У нас утро. Вчера очень долго сидели с ребятами, общались. Они сегодня уже уехали. И очень много дел и у них, и у нас. Мы хотим еще все дружно попасть на фестиваль здесь ванлайферов, который будет проходить здесь 30 километров от этой точки. Вот, надеюсь, сегодня доедем, но надо еще, говорю, порешать ряд дел. Там у ребят свои, у нас свои, поэтому мы сейчас, как говорится, разделились. Они уже поехали на разведку в ПТТ, где дают деньги. Ну, а потом скооперируемся и поедем туда. Я готовлю завтрак, точнее, его уже приготовил, кашка настаивается. Давно мы не ели кукурузной каши, поэтому вот она. Уезжая с этого места, хочется сказать, что оно очень сильно напоминает Анапу, Витязева, Тартугу. Ну вот сами посмотрите, песочные барханы, немного зелени, правда здесь бамбук растет, и недалеко море, и пустота, все лошадки катаются с русскими туристами. Так, первая цель у нас на сегодня — это снять денег. Пойдем также на почту, в ПТТ она называется, попробуем там обналиться через Корону Пэй. Вот здесь отделение, пойдемте узнаем. Это отделение закрыто, поэтому едем дальше. Так, здесь чуть другая бумага. Все заполнило. Мы тут как раз на почте с Женей. Женя уже пошла, надеюсь, получится. Ну, короче, прикол. Простоял столько времени в очереди, в итоге денег нет. Даже не представляете, как я рад. И у нас получилось это сделать. Опять стопочка. Моя теория о том, что нужно просто уезжать из города, в данном случае уезжать на окраину города, снова сработала, и мне здесь дали деньги. Хотя он сначала посчитал, было только 5200, 600 лир не хватало. Я ему говорю, мне очень нужны деньги. Он говорит, окей, отправил меня сделать копию паспорта, дал 5 лир за копию паспорта в соседнем здании, пришел к нему, он достал еще пачку денег по 20, отсчитал. И мне выдал. Так вот. Вот по такими шикарными эвкалиптами мы остановились для того, чтобы приготовить обед, наш любимый супчик. Так, почти закипело мясо. Деткам взял такие киндеры, вообще постоянно их покупаем. Стоят 9 лир с копейками, ну то есть очень дешево. Игрушки здесь классные, да и шоколад вкусный. У меня уже, видите, все нарезано. Сюда приезжают автобусы большие, видите, типа Coral Travel и прочие, привозят туристов на водопад. Здесь он прям совсем рядом. Мы сейчас мимо проезжали, там была такая огромная очередь. Ну, посмотрим, возможно, мы сходим. Какая красота у нас получается. Взяли не грудку, взяли здесь, это получается, такая нога. Для того, чтобы он был пожирнее, бульон такой был наваристый. Мы пообедали, видимо, так плотно, что все в машине уснули, пока мы ехали. В итоге оставили всех, пошли с Тёмкой вдвоем. Я никогда не сплю. Ну да. Пойдем здесь Манавгав, здесь есть порт, крепости. В общем, там, я так думаю, что очень красиво. Первый раз. Пойдемте с нами. Классная парковка. Высажены пальмы. Высоченные. Такая, видите, аллея пальм. Красиво. Так, далеко уходит. Ну и, собственно, бесплатная парковка. Вот здесь въезд на платную парковку. Можно еще взять и такие вот машины на прокат. Здесь же указатель, что здесь находится, куда идти. Правда, my name is Slava. English bad, поэтому ничего не понимаю. Ну, пойдем прямо. Мини-рыночек. Нам идти туда. Вот уже, видите, остатки древних крепостей. Вот они. Стены, точнее, которые уцелели, которые остались, такие руины. Вон там их еще больше. Ну, в общем, здесь вот прям полностью такое скопление остатков. Но, как говорится, хоть что-то до нашего времени уцелело. О, посмотрите, какая колоннада. Видите? О, все находится за забором. Туда заходить нельзя. Видимо, во избежание, что, знаете, кто-то может залезть, вот этот вандализм весь. По стенкам, естественно, ходить тоже нельзя. Круто. Есть вот такие камни лежат, по ним, конечно, можно полазить, многие лазят. За вот этими остатками крепости песчаные барханы, я думаю, часть можно разглядеть. Ну и дальше уходит дорога туда, вот в порт. И там, конечно, посмотрите, там целая
целая трибуна. Супер вообще, конечно. А здесь ведутся реставрационные работы. Ой, видите, какая красота. Дальше началось такое деревянное покрытие. И идем прямо вот вблизи этих сохранившихся, уцелевшихся зданий. Кстати, вижу фонарики. Здесь вечером, значит, все подсвечивается. И, как я люблю говорить, своя атмосфера. Вот они, видите, проводочки такие. Что-то валяются колонны какие-то. Вот он, видите? Прям перед нами как будто бы такой арена, знаете, типа амфитеатра такого исторического. Здесь большая часть находится за забором. И большая часть не за забором. То есть там можно ходить, лазить по ним. А вот эта часть, видимо, особо охраняемая, что ли. Там вон основная колоннада. И вот эти все трибуны. Слушайте, конечно, роскошно. Так, ну, Тёмка, ну пойдем подальше, в общем, пройдем. Посмотрим, что там очень много иностранцев прям. Все. И мне кажется, мы здесь одни русские только идем. Вот написано «Сиде музей». Туда вход платный, туда не пойдем. В принципе, потому что времени-то и нету особо ходить по музеям, плюс мы одни. А вот сюда пройти, я думаю, что стоит, потому что ворота открыты, можно пройти через вот такую вот шикарнейшую арку, которая уцелела. Колонны. И, собственно, давайте попробуем через дверь. А самое что интересное, ничего даже прочитать не могу, потому что все на английском. И непонятно. Непонятно. Что написано? Ну, будем просто наслаждаться и изучать всю эту красоту глазами. Так, здесь вот заборы продолжаются. Море показалось нам уже. Смотрите, пожалуйста, там где-то порт должен быть. Судя по карте, как я смотрел. Да. Ух ты, смотрите, как масштабно. Вау. Да, конечно, что забор немножко портит, но хотя бы, знаете, хотя бы не закрытый, все равно прозрачный. Мне кажется, здесь все восстанавливает потихоньку, учитывая, что вот эти все металлические конструкции выглядят ново. А потом мы попали вот в такой прекрасный туристический проходик. Такая улица, магнитики, напиточки, здесь куча всего. Архитектура, конечно, вообще вау. Сувениры, конечно, здесь все классные. Нам особенно нравятся вот эти вот, турецкий глаз называется. Класс, стеклянный. Супер. Вот целые бусы можно купить, в машину повесить. Улица, конечно, очень красивая вообще. Здесь чего только нету. Сувениры, одежды, пальто, шубы, куртки, Артемка, кроссовки, сувениры. И вот в евро, в долларах. Ну и, конечно же, исторические постройки. Вот там впереди виднеется море. Ну и в конце этой улицы мы попадаем на такую классную площадь, где кто-то стоит. Ататюрк стоит. Где порт? Вот. И здесь порт. Да, там вот табличка «Я люблю Сиде». Здесь куча прекрасных ресторанов с видом на этот порт. Ну и, конечно, здесь можно взять, покататься, лодочку, выйти из этого порта, уплыть в открытое море с дельфинчиками, там все дела. Пальмы. Роскошные высоченные пальмы. Очень классно. Вот, пожалуйста, пираты Карибского моря. Говорил я вот про вот эту табличку, видите, Сиде. Я подумал, что это «Я люблю Сиде», на самом деле нет. Это написано «Сиде» и «Гранат». Гранат, потому что здесь огромное количество плантаций гранатов. Мы даже здесь видели фуры, полные, набитые гранатами, и видели сегодня гранатовые плантации. Представляете, как здорово? Никогда в жизни не видел. Горы, священные горы впереди, и море. Атмосфера просто класс. Здесь даже есть такой пляж, кстати. Песочек, очень плавный заход, нет волны, бухточка, лежачки, переодевалочка. Здесь прям в центре, получается, вот возле этого памятника, есть почта, есть кому нужно денежки снять. Здесь вообще нет людей, никого. Пробираемся сквозь сосны, едем на локацию, где соберутся все ребята, ванлайферы, которые сейчас в Турции. Ну как все, у кого получится приехать.
здесь вот фотосессия у кого-то в таком лесу. Красота. Машин уже много. Прилично. Сейчас осталось только понять, что за номера там у машин. И вообще это наши ли ребята, или здесь турки стоят. Пока мы припарковались, пока расстелились, уже и стало темно. В общем, я бы показал, сколько здесь людей. Завтра будет еще больше. Давайте покажу все утром. До утра. Так, у нас тут... У нас тут доброе утро. Пришли козы. Почти бахнули на хлеб. Мужик побежал за козой за этой. Типа, иди отсюда. Вот так его кидает мне чем-то. Камнем. Бедный живут. Вот я как вспомню. Прикольно пасет. Коров собираем, мы в деревне тоже гнали. Козочки, сынок, козочки, смотри. Шишками. Да уж. Какой здесь прекрасный воздух. Смотрите, как здесь классненько, классненько, классненько. Машин все больше и больше и больше становится. Возможно, чуть позже подниму коптер, покажу это с воздуха. Да. Сегодня должно еще приехать много-много-много людей. Вон там вот море. Завтрак. Завтрак, завтрак. Детишки уже кушают, солнышко вышло. У нас тут музычка играет. Мы вот так вот повесили колонку нашу. И кайфуем. Занимаемся, сидим с мальчишками. Тёмка проходит урок математики, а мы с Родионом учим слога. Нет, это буква какая? Л. Ну, а это? Б. Это У. Здесь же тоже У был. Это У. Б. Л-У. Л. Б. Лу. Лу. Тёмка быстро схватил слога, ему буквально там три раза объяснял, как это работает. Родик немножко это делает... потяжелее. Еще здесь так прикольно, магазин находится далеко, и вот сейчас чувак поехал по всем, собрал информацию, кому что нужно купить, и поехал. Мы ему дали деньги, написали, что нужно подкупить. Вот так вот. К нам тут даже приехал рынок такой. Взяли морковь. Тяжело найти морковь, классно. Вот прям шикарная. Игрушки взяли. Пойдем детей кормить. Вот здесь. Эти какой лагерь. Морковку я купил, вот. И груши. Да, правильно. Взяли еще местные мандарины. Они зеленые. Классно, спасибо. Но внутри, это как обычные. Туда, крутая штука. Надо попробовать сейчас. Я ем голову. Кислые, кислые. Как абхазские. Угу. Классно. Вкусно. Отправляемся купаться. Оу. Не, вода еще теплая, да. Смотри, Родион, там может быть глубоко сразу. Так, я пошу, я иду проверять дно, как оно тут. Песочек. О! Ой, какая красота. Но здесь вода не такая. Надеюсь, слышно. Вода здесь не такая прозрачная. Но... А, теплая. Вон хамелеон. Да. Это хамелеон. Мы идем, и такая штука перед это нами. Хамелеон. Привет, хамелеон. Он боится. Он сейчас как это языком камеру. Это хамелеон, реально! Тихо-тихо-тихо, смотри, как он наплёкся. Подожди, а вдруг он какой-нибудь? Тихо, не надо, не надо, Роджин! Почему? Ну, папа, это хамелеон! Папа, почему он свет не меняет? Смотри, он прёт, прям прёт. Хамелеон, поменяй свет. Ну, поднимите его, маме показать. Нифига себе. Реально хамелеон. Пап, ну это же не ящерица. А что у него глаза? Смотри, у него один глаз на тебя смотрит. Да-да-да, они у него в разные стороны могут смотреть. Взял? Блин, ну это же... Роджин. Не трогай его, не надо. Не надо, Родион, вдруг он какой-то заразный. Не надо, не надо. Не нужно. Ну возьмите хамелеон. Здесь такой движ начался. Все едут, все бибикают. Смотрите, с караваном. Раз, машина, два, три, четыре, пять. Вот это тусич намечается.
Ну а мы тем временем, пока тут ребятки все размещаются, вон видите, какое огромное количество машин, готовим ужин, будем готовить снова на шпажках, как-то мы уже готовили, так понравилось. И, собственно, мяско. Здесь сегодня собираются все ребята ванлайферы. Будет какой-то фестиваль. Артур да? приехал. Я рада. И Артур. Здесь смотрите, сколько они социализированы детей. Когда пишут, что наши дети ни с кем не общаются, они здесь вот с кучей ребятишек. Там еще Кира, наша подруга, приехала. Так вон там детки сидят. Да, вот. Да. Носит А это писали наши детки, кстати. К ним ребята подошли, говорят, давайте напишем. Турба. Тур. Ребята собрались. Мы же теперь без мангала, наверное, вы помните, поэтому камни, палочки, сейчас еще уголь. Мы вообще первый раз оказались в таком движении, что так много людей, которые с такой идеей путешествуют. Посмотрите, как это выглядит сверху. Дети бегают за мотоциклом, за электрическим. Едет мотик. По очереди всех катают. И едет Кира. И за ней толпа просто. Да, бедные несоциализированные дети. Обратку. Вон, Тёмка едет. Вот такая вот обстановочка. Классно же. Так, теперь Роджин. Короче, у всех свои здесь развлечения. Даже есть палатки. Да, кто-то пилит дрова. Кто-то уже закаты ходит, снимает. Кто-то ставит диджейскую аппаратуру, и походу будет очень мощный сегодня движ. Вот, пожалуйста. Да, сегодня будет тусовка тусовная. Посмотрите, сколько людей. О, тут целая поляна. Да. Так, главный участник, да? Я видел. Я вообще не знаю, что у меня получится. Надеюсь, что это получится. Самое, что меня беспокоит, это повсюду сухая вот эта, сухие иголки. Конечно,
не дай бог на них попадет, не дай бог что-нибудь загорится, это будет печально. Ну, я сделал так круг, в принципе, все достаточно безопасно, но тем не менее переживания есть. Все, что мы замариновали, мы решили наложить фольгу и там все это дело запечь. Я думаю, что будет очень сильно вкусно. Мирося, типа овощное рагу, да, да. Ну, сейчас попробуем. Ну, вы только посмотрите, какая красотища. Ой, как же это вкусно. Ну ладно, все, приятного нам аппетита. Вот такой вот видеоролик у нас с вами получился. Отличное путешествие. Самое важное, что мы собрались здесь, в Турции, со всеми ребятами, кто здесь находится сейчас и выбирает именно стиль вот такой вот wine love. Подписывайтесь на канал, если этого еще не делали. Ставьте обязательно лайки, пишите свои комментарии. Увидимся в следующем видеоролике. И самое главное, помните, все самые важные ссылочки для ваших классных путешествий есть там в описании. Переходите. Пока. А что это у вас тут такое? We'll be right back.